очередной выпуск программы «Классный час» расскажет о том, что собой представляет Центральная городская библиотека имени Герцена. В этом году она отмечает столетний юбилей. Этой весной исполнилось 100 лет и замечательному человеку, ветерану Великой Отечественной войны, отличнику здравоохранения Ивану Дмитриевичу Кондрусеву. В студии он расскажет о войне, любви и смысле жизни. Республиканская олимпиада по учебным предметам и первое командное место в Беларуси у участников от Гомельской области. Гимназистка из Гомеля Лия Апасова заняла второе место в первой республиканской олимпиаде по физкультуре. Открытие класса робототехники в Гомельском технопарке. Особенности и перспективы. Об этом и многом другом в нашей программе «Классный час». В воскресенье в 12:30 на Беларусь 4.